Всем привет, мои хорошие! Наконец-то сварилось щи рыбные. Сейчас будем пробовать с вами, ну, точнее, я буду пробовать, вы смотреть. А я вам скажу, вкусно будет или невкусно. Всем приятного аппетита, кто будет кушать со мной или просто проводить время. А лучше, девчонки, давайте что-нибудь накладывать в тарелки и вместе покушаем. Так будет веселее и вкуснее. Где тут ложка? Ложка грязная. Варила щи, ей же мешала, и ей же буду есть. Что посуду мыть по 100 раз. Ой, внешний вид прям замечательный. Такие летние легкие щички. Надеюсь, и на вкус будут вкусные. Надеюсь, не отравлюсь. Ну, пробуем. Тарелку поставила под наклоном, чтобы вам было видно. Вот теперь нужно как-то есть поаккуратнее, чтобы не разлить. Хлебцы взяла на всякий случай. Я не могу. Есть хочу. Время-то уже 1 час. Щит я варила вместе с вами. Вот. И пока еще ничего не ела. Единственное, что попила прям с утра кофе. И чай попила, который вместе с вами заваривала. Попробовала. Нормальный чай. Ну, я просто себе навела что-то крепковато. Надо было послабее сделать. Щи. И щи. Нормальный щи. Но я овца их пересолил, по-моему. Зачем я... В конце решила еще немножко подсолить. Ну, там незначительно пересолила. Я сюда еще добавила, кстати, этот чеснок. Ну, острый мне нельзя, но чеснок, он в вареном виде, он остроту не дает. Он дает просто аромат. И еще чуть-чуть, ну, может быть, со столовую ложку подсолнечного масла добавила. Обычные, правда, щички. Ну, за исключением, что бульон рыбный. Ну, кто любит рыбные супы, уху, ну, а какая разница? Пшено б здесь плавало или капуста. Все равно вкусно. Вообще прям на красоту. Что-то я рыбки прям кусочек маленький себе положила. Зажала, блин. Надо было кусанок-то положить большой. А то пока щи варились, у меня даже живот уже прилип к спине с голодухи. Ну, правда, вкусно. Или вкусно, или я голодная. Но, по-моему, вкусно. Взять салфетку. А то буду опять сидеть с грязным рылом. Как у меня частенько происходит. Я же на себя не смотрю, снимаю. Смотрю в камеру. Ой. И не вижу, какая я там сижу. Глянешь порой, а рожа оставляет желать лучшего. Ой, ой, как вкусно. Детки, мальчишки, прям вкусно. Давайте со мной на диету, садитесь. Будем худеть вместе, так будет веселее. Ну, если бы еще добавить сметанку, было бы просто белиссимо. Но пока мне нельзя. Молочное. Класс. Оторву другую салфетку. То нос вытирал, скажут. Сначала сопли вытерла, потом рот. Сопли-то у меня не висели сопли. Господи, вылихарщина. Хочу исправиться, быть культурной.
а все равно свое, как говорится, не перепрыгнешь. Все равно где-то вот эта моя простота, шутливость, она все равно выскакивает. А вообще, я думаю, буду я такой, какая есть. Решила пошутить? Шути. Правда, девочки? Уже вот эта правильность, мне кажется, она уже всем поднадоела. Чем проще, тем лучше. Не зря же говорят, будь проще, и народ за тобой потянется. Наконец-то я сварила себе горячий. А то я вчера, говорю, в эту сухомятку, я думала, умру. Хотя вот правда так странно. Ведь я первый, я так всегда редко ела. А вот это последнее время я прям подсела на первые блюда. Ну, это, кстати, очень даже хорошо. У соседей выключили свет, ну, за неуплату. Как они тут живут, я не понимаю. Без света. Может быть, провели втихую? Я бы не смогла жить без света. Я даже на даче, когда не было света, ну, мне некомфортно. Топ-топ-топ-топ. Дома топают. Ой, вообще класс. Единственное, рыбу бросила с капустой. Глянула, она прям уже, хоть она и капуста, быстро варится. Уже как сварилась. Ну, взяла, вытащила. Говорю, а то вдруг косточки попадут в бульон. Подавлюсь. А после уже рыбу опять закинула вместе с зеленью. Закипела и отключила. Ой, ну вкусная, такая счастливая. Вот правда, простому человеку много не надо для счастья. Вот вчера посидела без перва, а сегодня поела, и прям настроение, аж прям в пляс сейчас дамся с больной коленой. Ой, мне еще убирать. Вот когда готовят, я же в этот же день снимаю только готовку, влог снимала, а выложу на следующий день просто свой мукбанг. Я ведь, девчонки, вам говорила, убраться надо, еще не убиралась. Сейчас прям поем и пойду. А уже ножки болят, блин. Хочешь, блин, туда-сюда. Ужас. Короче, все хорошо, все замечательно. Толян приедет с рейса, он меня вылечит массажем. Попрошу его сделать мне массаж. Ну и как же вкусно. Вот реально, мне вкусно. Здесь еще много у меня укропа, петрушечки. Класс, просто класс. Больше всего радует. Извините, ухляюсь. Не в то глотку зашло, называется, что это полезная еда. Ой, надо было мне тоже, девочка написал сейчас. Ну, я читала комментарии-то. Бурый рис посоветовал купить. Надо тоже купить, попробовать. Да ядрёный батон. Ой, Юлечка, по-моему, написала. Да, Юлечка. На этот раз я не ошиблась. Да ёпона. Эх. Вот куплю бурый рис тоже.
попробую приготовить. А то я тогда перепутала. Ксения мне писала, Ксюшка, два комментария. Я запуталась, думала, называла не то имя. Ой. Ну, я исправилась. Видео подписала. Ой. А то неловко на самом деле. Ошибаюсь, блин, с именами. Это что, негоже? Та же голова забита, говорю. Непонятно чем. Зубатка сама по себе, рыба такая нежная. Вот жарить я зубатку не умею. Она мне почему-то всегда расплывается на сковороде. Не знаю, вот пыталась я несколько раз пожарить. Нифига не получилось. Но она прям нежнейшая, принежнейшая. Ну, вкусная. Я уже про нее забыла, что такая рыба существует. Это мне сегодня мама напомнила. Откупи вон зубатку, ты свари щи. Вот купила в магните. Дороговато, конечно. 800 грамм, 300 с чем-то. Вот с каким хвостиком, не помню. С большим или с маленьким. Помню, что 300 с чем-то. Вкусный вообще. Ой, обалденная. Ой, девчонки, мальчишки, как же мне хорошо. Наелась. Прямочки. Я сейчас, наверное, и ужинать буду щами. Мне понравилось. Все, красота. А сейчас с новыми силами пойду поставлю стирку. И уберусь потихонечку. Правда, дома хавос. Девчонки, прям хавос. Стромота, пристромота. Вот так, не дай бог, кто придет в гости, со стыда провалишься. Так, конечно, ничего не раскидно, но пыль, она есть пыль. Все равно ее видно, ее не спрячешь. Все, мои хорошие, буду прощаться, закруглять свое видео. Увидимся с вами, конечно же, в новых выпусках. Хочу опять в очередной раз всех поблагодарить за вашу поддержку. Я вас очень люблю. Читаю, когда ваши комментарии, мне приятно просто до глубины души, что я нашла все-таки своих хороших друзей. Что еще кому-то я нравлюсь. Спасибо вам, девчонки, мальчишки, от души. Кто еще не подписался на мой канал, добро пожаловать, приходите, подписывайтесь на YouTube, на Дзен, комментируйте, не стесняйтесь, пишите, что хотите. Ну, конечно, желательно без оскорблений, ну а там уже как получится, у каждого свое мнение. Ну и ставьте лайки, девчонки, помогите мне чуть-чуть продвинуться. С мертвой точки называется, хоть немножко вперед. Люблю, целую, крепко-крепко обнимаю. До новых встреч. Мои вы сладкие.